В Мариэл продолжается региональная акция «Корзинка добра». Ее главная цель – собрать продуктовые наборы и оказать помощь и поддержку семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пожилым и маломобильным жителям республики в условиях самоизоляции. Акция, которая проводится по инициативе спортивной и молодежной общественности, сразу нашла поддержку и со стороны жителей республики. Благодаря им корзинка добра пополнилась крупами, сахаром, чаем, тушенкой и не только. На первый взгляд это просто продукты, но для некоторых они стали чем-то большим – теплом, заботой, пониманием и поддержкой. По итогам акции у нас сформированы наборы из нескоропортящих продуктов – это крупы, вермишель, чай, сахар. И все заявки на получение такой помощи нужно направлять на федеральный номер, который мы все уже знаем, и на номер нашего ресурсного центра. Большое спасибо всем тем, кто заботится о тех людях, которым мы оказываем помощь, и в первую очередь о волонтерах. Я хочу сказать, что волонтеры – это теперь люди от 18 до 50 лет, которые приходят целыми организациями, можно так сказать. Это и десантники, это и казаки, это и представители общества русского исторического просвещения. То есть очень много людей готовы нас поддержать. И большое спасибо и волонтерам, и предпринимателям, тех, кто нам помогает. И большое спасибо тем людям, которые сидят дома. Добавлю, к акции «Корзинка добра» могут присоединиться все желающие. Продукты можно принести в волонтерский штаб, расположенный во Дворце молодежи по адресу Йошкар-Ола, улица Зеленая, дом 1.